Итак, это дневниковая запись, видеозапись 2 апреля 2016 года. Это Чита. Вот, видите, мы живем в снегу. Вот сопки, которые видны из окна моего дома, они в снегу. Вот, я медленно их показываю. Так что привет всем землякам, забайкальцам, которые сейчас живут где-то на югах. У нас, повторяю, 2 апреля. И у нас еще вот такие вот белые облака по сопкам. Это у нас лежит снег. Не знаю, вот сегодня у нас такое мероприятие намечено. Называется «Джаз с балкона». Ребята будут играть джаз с балкона. Но холодно, пронизывающий ветер. Не знаю, туго им придется. Ну что делать? Джаз за Байкали должен быть холодным. Иначе и быть не должно. Вот такая Чита на сегодня, 2 апреля 2016 года.